Ребятки, Сережа Пицца у нас в гостях сегодня. Привет, Сережа. Значит, что-то как-то музыкант опьянел, без гитары пришел, ну, мы ему тут подсобили. Я знал, что у вас есть гитары. У нас есть гитары, не одна. Пробежались по этажам, понасобирали гитары, теперь три штуки целых. Я сейчас со трамбоном еще побегу, на всякий случай, и за виолончелью. В первую очередь хочу спеть, кстати, «Вторник», как у тебя написано на футболке. «Вторник», потому что вот, ну, хочется мне сегодня спеть ее, и все. Она о добре, она о том, что надо быть добрее просто, ребят. Обыкновенный вторник, самый незаметный день. Был, как будто не был, плыл и вяло утонул в среде. Я заведу мотор, на кольце затор. Дорога не восторг, но на метро не то. Еду я домой, еду, еду, а кругом идет метель. Я звонил тебе днем просто так, алло, привет. Алло, привет. Я звонил весь день, но длинные гудки в ответ. Номер наберу, и снова не берут. Где же ты, мой друг? Где ты, добрый друг? Нападает грусть, и безнадежно по зене стоит проспект. Мы с тобою никогда не постареем, если сможем иногда быть добрее. Открывай скорее у дверей я. И мы как будто вновь вместе. Такое я видел сон вчера. А у меня все песни, и это не совсем игра. И горе не беда, и годы города, и горе высота. И я хочу туда, и ты хотела так, но что-то сбилось и остановился шаг. Непостоянно время, не ровен час. Прошу, не дай ему все решить за нас. Несколько минут, годы не вернут, но можем и вдвоем в них просто заглянуть. И к этому окну так спешил я, может быть, последний раз. Мы с тобою никогда не постареем, если сможем иногда быть добрее. Открывай скорее у дверей я, у дверей я. Обыкновенный вторник, самый незаметный день. И мы как будто вновь вместе. А ты посмотри, от песен-то, ну вон и солнышко, пожалуйста, выглядывает. И все, сейчас мы растопим тут снега. Ну, конечно, мы... и голова прошла, и прыщи куда-то подевались, я вот не понимаю. У тебя 20 лет как прыщи куда-то подевались. Не знаешь, почему? Почему? Дедушка. Слушайте, у нас Сергей в гостях. Здрасте, Сережа Пицца у нас в гостях. Привет, привет. Ну давай, значит, ты пока доллары не скидывай. Я тебе вот советую. Да, ну у тебя же дофига, мы просто за эфиром разговаривали с Серегой. Он говорит, я, говорит, все деньги вложил в доллары, у меня дома завалы просто, мешки 20 долларов. Ты пока не скидывай. Уже еще будет расти курс. Пока, значит, потерпи. Я знаю, хочется купить рубли. Да. Ну, держись. Мамкин экономист у нас тут появился, да, специалист большой. Ну, в крайнем случае, меняй на евро, но это так уже, в крайнем случае. Что я несу? Значит, мы сегодня собрались для того, чтобы послушать твои песни, ну, потому что они удивительные, совершенно успокаивающие эффекты. Возможно. Да. И опять же, я скажу, что плейлист я выбрал сам в этот день. Куда-то издалека, как теплый ветер,
эхо телефонного звонка меня разбудит. Послышится знакомый голос, как солнце светлый. Я знаю, так никто не помнит меня, никто так не любит. Здравствуй, мама, мама. Скажи, что похолодало, скажи, что по мне скучала. Мне так этого не хватало, мама, мама. Я знаю, ты там одна, но пусть рядом мне быть не дано. Этот мир у твоих ног, наши души поют в унисон. Песни о главном, без тебя этот мир обречен. Мама, 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 мама. Наши души поют в унисон, но песни о главном, главном. Без тебя этот мир обречен. Мама, 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 мама. Запутана очень неясная наша жизнь. Люди воюют не за любовь, они глупые, мама, мама. Так мало путей и так много кривых дорог. Но это не для тебя, нет. Все это просто пыль. Скажи, как ты, мама, мама. Твоим голосом поют птицы. Твое имя летит над столицей. И ему уже не остановиться, мама, мама, мама. Я знаю, ты там одна, но пусть рядом мне быть не дано. Весь мир у твоих ног, наши души поют в унисон. Песни о главном, без тебя этот мир обречен. Мама, 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 наши души поют в унисон, унисон. Песни о главном, песни о главном, без тебя этот мир обречен. Yeah. Мама, скоро я стану самым-самым, прямо как ты мечтала, мама. Уже скоро я стану самым-самым, прямо как ты мечтала, мама. Совсем скоро я стану самым, прямо как ты мечтала, мама. Помнишь, как ты мечтала, мама? Эфиром сейчас был насущный вопрос на повестку поставлен. Нужно ли наращивать ресницы впрок, учитывая ситуацию? Впрок это длиннее, самое главное, что я задумался, думаю, может быть, как говорится, это самое. Насчет ресниц, не знаю, вот зубы вставить впрок, это уже поздно. Как у акулы, вставь в три ряда. Как бы, знаешь, первый ряд придет в негодность, выдвинешь другой. Да я на кашах, на кашах. Слушайте, Сережа Пицца у нас в гостях сегодня. Здрасте. Здравствуйте. Еще раз, ты, да. Гадю, с такими разговорами будешь накашен скоро. Ладно, мы тут поддерживаем, подбадриваем всех этими песнями. По-моему, получается прям очень круто. Спасибо. Мне, например, вот сейчас в мои личные всякие соцсеточки пишут, что у вас там происходит, пожалуйста, пожалуйста, больше песен. Не останавливайся. Песен. Вот так они тебе пишут, Сергей. Хорошо, можешь не останавливаться. Могу не останавливаться. Ритмично совершать движение. Я могу никогда не останавливаться. Я могу очень много петь. Но давай, у вас эфира столько нет. Про лифт. Давай про лифт. Что ж с тобой делать? Давай. Я подожду тебя в лифте. Между четвертым и третьим, и помечтает о лете со мной дедушка Пите. И не работают сети, хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте. Между четвертым и третьим скорее минуты летите, чтобы я вас не заметил, и поспешите на третий. Свободы мне принесите скорее, минуты летите, чтобы
вас не заметил и поспешите на третий, откройте, освободите. Я буду думать о свете, я буду думать, как выйти. И о тотальном открытии всех дверей на планете. И где-нибудь на рассвете прибудет дядя-спаситель, и мне откроется Питер. Между четвертым и третьим скорее минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий, свободы мне принесите скорее. Минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий, откройте, освободите. Настанет день ослепительный, и солнце пленку засветит. Мы два боевых в пистолете, и нам не нужен глушитель. Но не работают сети, хмурый февраль на репите. А я все жду тебя в лифте. Между четвертым и третьим скорее минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий, свободы мне принесите скорее. Минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий, откройте, освободите скорее. Минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий скорее. Минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третий, откройте, освободите. Да, Серег, привет. Ну мы больше всего переживаем сегодня с Алисой, потому что теперь Биг Мак особо не поешь, и вискарь, особенно я за это парюсь, заливать нечем. Ты переживаешь на этот счет? Чем вообще вискарь разбавлять теперь? Я не знаю, я виски не пью. Я виски не пью, Мак не очень люблю, и вообще как бы стараюсь думать, а что, ну вот ушли, ну и не особо-то и пользовался такой. Ну не особо-то и надо. И только скупая слеза выдает, да? Не-не-не, на самом деле, из тех, кто ушел, сейчас, вот я не знаю даже, кого прям вспомнить, кто вот прям обидел меня, что ушел. Икея, ты стулья-то не купил же, ты говорил. Моя боль, прям да. Нет, у меня... Что теперь, на полу сидеть, что ли, обедать? Ну фигня. Вот я же рассказывал там за эфиром, что мы с отцом делали из досок какие-то шкафы, вешали их в кухне на стены, и так и жили в 90-х, 2000-х. Почему бы нет? Нужно вспоминать старые скиллы, как говорится. Старые скиллы, это действительно. Перспективу описал. Ну, ты бы мог, да? Ну, мы плюс-минус распределили, да. Все, Гадю будет чайный гриб выращивать, на том и проживем какое-то время. Я вот схему вязания достану, еще умею. Я ресницы научусь наращивать. Кому? Для начала на тебе, по-моему. А Серега по-прежнему будет играть на гитаре и петь. Чем закончим? Можно другие фразы? Может, я не буду говорить название этой песни, чтобы хотя бы это, ну, не из контекста потом никто не вырвал, не вырезал, ладно? А просто спою песню. Часто мы без отказных страсти, здрасте, меняет краски счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя в тень. Этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадной и Пресней. Вместе, вместе. Это ли не счастье, но душа летела над лужами. Но не апрелем растужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрельным простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Так без отказных страстей прости. Холодный дождь откуда-то возник. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до восьми. Мой город стих, но ты настиг.
И это час дремоты Насти. Здрасте, здрасте. Это ли несчастье, но душа летела лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя, прости. Такое чувство, будто один. Мы незаметно оба грустим. Это твой жанр, это твой стиль. Твое оружие против моих сил. Мой город стих, но ты настиг. И этот час ремонты настиг. Здрасте, здрасте. Это ли несчастье, но душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Видимо, видимо, сам я себя убил. Видимо, сам я себя убил. Видимо, сам я себя убил. Спасибо, друзья. Господи, Сережа, как будто из прошлой жизни. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за все эти песни сегодня, потому что, ты знаешь, ну прям вот на час реально показалось, что все как раньше. Да. И симптомы ушли, и похмельный синдром куда-то делся. Все, видишь, у людей настроение другое совсем. Спасибо. Давай концерт просто требуем, знаешь. Все будет хорошо. Давайте думать просто о том, что все будет хорошо, и тогда все будет хорошо, ладно? Потому что если думать, ну, что все будет плохо, и сейчас станет хуже чуть-чуть. Не очень это для психологии. Все по рукам, хорошо. Ладно. Договорились. Прямо все будет сейчас. Хорошо. Сереж, да. Пицца у нас в гостях был, спасибо огромное. Все? До завтра. До всем остальным. До завтра, ребята. Тик-ток-шоу. Каждое утро по будням на новом радио. Тик-ток, тик-ток-шоу. Тик-ток-шоу.